Доброго дня! Сегодня презентую новую машинку. Вот такая она мощная, на 9 игл. Иглы расположены в форме пирамиды, что очень-очень увеличивает мощность ее, плюс степень уваливания и скорость уваливания. Давайте посмотрим. Ну вот это заготовка, но видно, что вот слой рыхлый. Так что попробуем вот это привалять и посмотрим, как она справится со своей задачей. Работает она идентично. Вот нажатием кнопочки. Ну, поехали. Вот. Мощь, конечно, у нее очень-очень сильная. Ну и, соответственно, скорость валяния тоже очень велика. Вот. Нужно, не забывайте, что все-таки это такой, скажем, инструмент. Руки нужно держать немножко в стороне, чтобы не повредить. Ну, безопасность в любом деле, мне кажется, не будет лишней. А так вот, смотрите, очень быстро заваливает. Просто моментально. Вот я так думаю, что очень можно быстро свалять изделия. Особенно те, кто торопится, для них это будет идеальный вариант. Я даже так скажу, любая машинка увеличивает скорость вашего валяния, а если уж она на 9 игл, то просто моментально. Ну, вот ту площадь, которую я хотела завалять, я уже, можно сказать, приваляла. Буквально за пару минут. Вот. Иглы можете ставить любые. Там, начиная там, с 36 по 38, какими вы привыкли. То есть в этом все абсолютно одинаково. Иглы меняются легко. Меняются так же, как на машинке, которая из 6 игл состоит. То есть ничего сложного. Вот такая машинка. Мотор с вентилятором охлаждает. Соответственно, нагрузки на него не так много. Валять можно очень долго. Что всего хорошего.